14 лечебно-профилактических учреждениях республики в этом году внедрят бережливые технологии для улучшения качества медпомощи. Всего же до 2024 года на систему «Бережливые технологии» перейдут 25 медучреждений Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день по новой модели в регионе работают уже 8 из них. Это Урупская, Ужгутинская, Хабесская и Зеленчукская районные больницы, а также Республиканская детская многопрофильная больница, противотуберкулезный диспансер, Черкесская городская поликлиника и ФАП аула Малый Зеленчук. Цель проекта – оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. В рамках проекта перестраивается работа регистратуры с учетом современных стандартов и внедряется электронная очередь.